Эти аплодисменты моим соседям. Продолжу я тоже авторским произведением. Называется оно «Time Back». Это произведение очень полюбил мой кот. У него есть вообще целый ряд любимых творений. Ну вот, она одна из них. Он вообще один из моих главных поклонников. Ну, в семье уж точно. Вот уж точно главный. Так что «Time Back», может быть, не только моему коту понравится это произведение.